мадам, его сиятельство, принц. Всю свою жизнь принц купался в роскоши. Приветствую, ваше высокопородие. Пока не случилось страшное. У меня дурные вести. Меня больше нет. И вот принца выкинули на улицу. Ты бродяга. Ничего подобного. Отнюдь не высланный шелковыми простынями. Ты теперь один из нас. А вот и нет. Я домашний, диванный, на пузе лежатель. Кажется, у нас тут салага. А? Вы что себе позволяете? Хотим кое-что разведать задним числом. Не верь своим глазам. Положись на нюх. Зоя девушка с большими мечтами. Я хочу стать певицей. Ты потерялся? Придется тебя приютить. И с пустыми карманами. Боже, ну и дыра. А где дворецкий? Немыслимо. Позвольте, однокомнатный дом? Я что, теперь средний класс? У этих двоих впереди вся жизнь, но кое-кто намерен им ее испортить. Есть наводка от надежного источника. От белок. Сейчас я тебе раздам на орехи! Ну что же, превратим тебя в настоящего пса. Научим тебя лаять, кусать и рычать. Валим! Ребята, скорее на помощь принцу! Мир слишком мал для нас двоих. Королевские каникулы. В кино с 5 сентября. This is the story of a dog, you know. My little homeboy, but we call him Trouble.